Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Сталкер, контракт на хорошую жизнь. Мы хотим очень сильно пить. А что выпить, я даже... А, вот. Так, там же что-то орёт. Или это у меня орёт. Так, уважаемые, чем мы там богатые? Очень интересная новость. А, вот ты. Слушай, в общем, я так подумал насчет перехода, кстати. Соломон, мне вот пришло сообщение, когда я прошу, типа, давай перетерел, у нас как проблема возникла, в общем. А вот и ты. Слушай, в общем, я-то подумал насчет перехода. В шахтном свете могут располагаться очень длинные подземные пути, которые вы выкопали когда-то шахтера. Возможно, если хорошо поискать, можно найти в шахте какую комнатку, а в ней подземный путь. Стоит все проверить. Мне в этом лесу не по себе уже. Посмотрим. Может, я найду там чего интересного. И да, там кто-то на лесах какая-то аномалия образовалась. Я пытался пройти и осмотреться, но аномалия не подпускает вниз. Проверь там все хорошенько. Может, чего все-таки узнаешь, окей? А, и еще ключ. Нашел его в том здании. Попробуем открыть двери на втором этаже. Может, подойдут. Разберусь. О, да, я как раз вот туда доглядывал. Там пусто все. Ну, пусто говоря. Закрыто все было. Ключ лесника, наверное, тут написано. Скорее всего. Да, немного. Опа, дешифратор. А, деактиватор. Специальный прибор сделанный в зоне по заказу ученых. Этот прибор может временно отключить многие аномалии. В особенности используется с аномалиями и телепорт. С ними пока всегда прибор справлялся. Записка лесника. Кажется, скоро выбрось. Это странно. Ученые говорят, что нужно срочно покидать территорию возле центра зоны. Эх, не знаю, что там творится, но и шутить с этим нельзя. Сегодня же заставляют Барста Рентген с долгом. Так, тут Барста Дроби. Балангадом. Балангадом. И водка казаки. Так. Так. Все, больше ничего нет такого. Фу. Ладно, пошли. Деактивировать аномалию. Это в каком месте вообще? А, понял. Придется туда идти. Встречаться там. Итак. Ухо. А тут никого не должно быть. Я кровососа уже грохну. А ничего. Валера, блять. Как утка стоит. Это надо или инвентаря.
видел. Что-то я раньше этого не видел. Ладно, фиг с ним, идем дальше. Соломон, я нашел дверь. Какие планы? Похоже, тут связь не пашет, поэтому... Но он и не слышит. Давайте осмотримся вообще. Чё тебе? Ну, как оно? Насчёт двери, я нашел одно. Совпадает с рисунками на карте. Просто уверен, что она ведет в подземелье, в подземные шахты рыжего леса. Вот она какая. Ну что же, это хорошо. Сейчас тренировка вернется и будем думать, что делать. О, кстати, тут одно небольшое дело есть. Хочу получить его щиток, но может ты хочешь. Вот смотри, это готовится. С его помощью нам нужно найти грузы с припасами, которые разлетели по всему горе лесу, по декурсии вертолета. Дело лишь в том, что на каждом месте стоит самый маяк, который мы можем определить. Нужно лишь включить чистую старовизу к указанному месте. Помните, припасов, медикаментов, слезы и провизии долго мы не продержимся. Хорошо, сделано. Если какие терки будут, заходи, завсегда поутарим. Окей, допустим, канал один. Где фляга моя?
Вау. Так, значит, вот таким вот путем пойдем. Что ж, белки пахнут. Погнали туда. Встретимся уже там. Итак, подхожу я к первому месту, где белки пахнут лежат. Здравствуйте! Я лучше куплю. Давайте две аптечки. И еще где-то 5 амперов. Что? Выдержка справится, ладно, я конечно буду вешать. Проверим сейчас. Сколько лучше. Здесь это контейнер. Конечно, их там вальнуть, но не проходит.
Ой, да у меня вообще куча дроби, да? Куда я иду, да? А. Так я не туда пошел, идиот, блин. Ладно. Я думал. Ладно. Здорово, брат. Так. Я наших контейнеров припасен. А, ну хорошо, тогда мы что-то отгреем. Три контейнера были припасены. Легкой дороги! Вам выдали на ручном, когда у меня есть интерес. Понятно. О, смотрите-ка, эти вещи как пропали. Так, мне вал не нужно. Зачем мне вал, когда есть это? Винтарят с прицелом. Ладно, сейчас я пойду достану тогда. Медикаменты. И продолжим. Ну, короче, встретимся, когда я уже у контейнера буду. В общем, добрал я контейнер. Забрал я снова так, я даже забыл выключить запись. Потому что на меня напал шнорк. Не расключили запись. В общем, встретимся уже в скальпе. Ну вот, подхожу я уже к скальпелю. Сейчас получим еще награды, я думаю. Здорово, брат! Я решил контейнер с припасами. Контейнер с медикаментами тоже. Так, ага, вот я вот его выбрал. Все. Легкой дороги! О, она не легкая. Так. Поговори с Соломоном. Опа. Флягу надо наполнить, не получится. Ну, кого видно? Зона Матия. Что происходит? Некогда объяснять. Короче, залезай на крышу лесной базы, будешь
снайпером. Все вопросы потом пошли. Ну ладно, попробуем, если что, переиграем. Хорошо, займу подпост снайпера. Я надеюсь, вы их там подстрелили, а то... Блин, надеюсь, я своих не подстрелил. Все, поговорить с Соломоном. Я надеюсь, я... Вы их там не подстрелился случайно, потому что... Так. Надену-ка я вот это вот. Так, как-то привели китай отсюда. Эу, как были, помогите. Залезть-то залезли, а вылезти-то как? Это тупо, конечно, то... Здорово, брат! Вроде все спокойно. Что это было? Феномен зоны. Я не знаю. Видел, как ты там все засверкало. Другой грибы, наверное, мали, телепортируют тебе к нам все такую нежить. Что тут вообще творится? Валить отсюда надо. Я говорю тебе, что нас уже шахта. Правда. Правда. Хрен с места и будет. Хорошо бы я сейчас пользоваться взрывчаткой. Взрывчатка-то у меня есть, она может завалить проход. Но, она может завалить проход. Ладно, пошли. Покажешься мне, нет. Пойдем. А воды набрать. Да, вот. Еще спасибо. А то вообще.
про эту дверь. Проблем с ней выглядит для урна. Даже если завалить проход, а чтобы так перемыть про это не будет. Давай мне. Вот бери, только осторожней. Внимание! Здесь сталкеры! Куда? Нормально это было. Блин, серьезно? Ну, в таком случае, ладно, я, возможно, сейчас тебе выложу, потому что нас все равно отбирают. Как-то продолжим именно в том месте, где мы с вами сдохли. Было бы
вещи, что ли? Может быть, фонарик выключить надо? Просто ни хрена же не видно. Что это за бред вообще? Я не понимаю. Почему я помираю? Поясните, пожалуйста, вот в этом плане. О, сейчас нормально. Кажется, они начинают отшутить. Что будем делать? Есть варианты. Начнем пальбу. Они отыкут и прикрепятся на нас. И будет недоказанно наш вариант. Мы наши только... Что тоже было? Говоря особо нет, значит, брат прикончил. Да, давай, давай, держи красотку. Не зря я ее тут спрятал. Сейчас тут будет очень жарко. Где у нас работа? Вообще, у меня сейчас...
эту рыбку. Знаешь, это прикинь. Подожди. Раз. Два. Знаете, звук просто можно выбросить уже, по сути, я не вижу. Всё, тварь, во, когда попался. Стой, наёмник, не стреляй, хочешь денег? Всё будет, будет, только не стреляй. Это, чтобы не убежал. Сволочь, твою мать, на кой ты меня подстрелил? Куда бы я убежал? Заткнись. Будешь сейчас отвечать на все мои вопросы. На мои вопросы. А если ты меня устроишь, тогда можно не оставлять тебя в живых. Все понятно? Понял, понял. Отвечу. Все отвечу. Не убивай только. Расскажи мне, что еще за синдикат? Синдикат — это наемники, но их очень много. Видимо, ты совсем зеленый, раз не знаешь о нас. Ничего интересного, что только с тобой говорит. Куда чего? Нет. Эй, послушай, что ты там хотел еще знать? Спрашивай, все отвечу. Как вы сюда попали и как пробиться к центру зоны? Недавно выбыл мощный выброс. Все старые по пути на кривой аномалии. И черт пойми чем. Мы добрались сюда через подземный путепровод П1. Под урожим лесом. Нас было сейчас человек 30, выброс в 2 раза меньше. Чёртовы монолитовцы. Обстреляли нас. Пришлось закрыть герметизированную дверь и отрубить электричество. И тут мы заметили вас в этих шахтах. Организовали кольцо и взяли вас в плен. Мои люди были уставшие, поэтому засыпали стоя. Из-за этого вы и смогли сбежать. А ещё и моих ребят уложить. Меня не устроил твой ответ. Давайте выйдем отсюда. Хорошо, когда можно выложить вещи и все, если по факту. Спасибо, сохрани, проверить показанную точку. Так. Блин, у меня воды нету. Ну-ка, это воды будет считаться, нет? Ну как бы. Ладно, если прям вот это в нее не могу курить, то я выпью. Пока он нормально держит. Мне кажется, что надо будет выйти, просто мне не хочется пока. Я не на месте, ребята. Ну какое там место?
Нет! Нет! Смотри, труп твоими померлами. Так. Нашивка. Вода. Подожди. Что это за звук? Шам пить захотел. Чего тебе зла, парень? Опусти ствол. Мне нужно тебя предупредить. Предупредить? Ты не должен убивать свою цель. Это приведет к плохим последствиям. Какую цель? Чертов контракт? К черту, я просто хочу выбраться. Правда? Так зачем ты меня вернешь к центру? Мужик, уйди с дороги. А иначе что? Я твой сон, парень. Что ты несешь? Так, уважаемые, здорово, брат. Чем мы там богатые? Ну, привет. Легкой дороги. А вот и хмурый. Ну что, голова прошла? Исследователь мне. Немного лучше. Мне пришел делать странный сон. Кстати, что сигнал? Ладно, не важно. Я хочу поговорить насчет туннеля. Когда я осматривал это здание, нашел очень интересный прибор. Реактиватор аномалии называется. Мало ли, я не знаю, сколько еще хватит батареек на его работу. Но пока вам деле, надо попробовать отключить ту аномалию, что не давало нам пройти к основному корпусу D6. Прав, вот если только капеля, попробуйте очистить проход с помощью этой штуки, если все получится, сообщи нам. Чем больше мы находимся в этом лесу, тем больше все остается. Думаю, вы тоже. Попробуем. Так, Соломон сказал, что у тебя там какое-то чудо-прибор есть. Ну, доставай его. Прикрой меня. Вот у меня пойдет.
вас я. Найденный документ. В этом документе написано «Защитить весь тяжелец». Вирус БО был замечен там. Внимание! Экипаж вертолета не дожил 24 мог выжить. При обнаружении выживших огонное поражение. Приказ РБО. Здесь был намечен какой-то вирус. Они что-то упоминали, упомянули о нем. Но твою ж мать, самое хреновое то, что у нас тоже может быть прикончить, что хотят. На, это прочитай сам. Давай быстро в лагерь. Надо сказать, что Соломон и приготовиться к войне. Ведь они именно подруг пробиваться будем через кросс и порох. Ты прав. Бежим. Слишком много что происходит в этом моде. Боже ж мой, какие слушаю люди тебя. Почтили нас визитом. Ты же мертвый. Алло, ты же мертвый. Он же мертвый, ребята, алло. Я тут нашел записку, мне кажется, это однокурсник, кто ее написал. Очень интересно, она парочка, которая пробитается в этих краях. Можно ли я? Вот смотри. Вот, бля, жалко Каржана. Желаем ему пуху. Спасибо тебе. Очень ценная информация для меня. Вот тебе награда. Ты не представляешь, как много эта записка для меня значит. Мы выяснили что-нибудь. У нас все проблемы. Скоро Лео будет оккупирован военными. Они настроены зачистку. Нас живыми братья собираются. Что? Это значит, наш контракт уже не представляет ценности. Значит, у нас что-то продвигаться к центру. Нам никто не заплатит. Вот же дерьмо. Что будем делать? Мы сильные, мы готовы в любой момент строить эти вояки на такой прием.
готовься к войне, и если его эти уроды уже вырастут, придет пробиваться через них. Я не был готов к войне со спецназом, но сейчас выбора нет. Посмотрю, кто потрапил кадавра и нашу флешку, смотри. Интересно, жаль, что папа за рукой нет. Давай я куплю ее тебе за 3000. Хорошо. Слушай, как ты относишься к тому, что я его пристрелил райдера? Черт, ты поступил так, как всегда можно. Но никто здесь не судит за это. Пора идти к тамету. Да, равно пора. Ты готов? Привет, брат! Здорово, хмурый. В этой ночи какая-то хрень произошла. Не хотел сразу говорить. Тут у нас ночная тварь разлилась, и у нас на хвост села. А сегодня я снова увидел того мутанта. Что? Ночью проходил какой-то мутант, и рот он уже ел, и перестал. Поэтому стрелять не стал. А тварь до здрава я свалила. Думаю, ночью они опять вылазить будут. Надо бы ее грохнуть, значит так. Часа три ночи вместе со скальпелем. Что же она найдет? Жена? Ну, вместе со мной сходишь на разведку. Видите, тварь в воде сразу. Что же это этот мутант такой? И ночью нашу же еду пожирающую. Ладно, разберемся с ним, волнуйся. Ты, браток, это, забегай, если чё. А, тем более вот радиация. Чё тебе? Я готов идти на охоту. Так, смотрим. О, как раз время. Хорошо, отправляемся. Пойдем. Всем спасибо, все свободны. Что встал, эй? Так, уважаемые, чем мы там богатые?
орбиты, отлично. Что дальше? Шарели обрежется на полтора, так что это не без пришли. Ты вылез готов? Дай сам отогнать. Вот награда от меня, выгляжа. Ну и чё? Урон тут. Вот точность повреждения у него, конечно, лучше. Не балуй! Оружие спрячь! Подойди к тоннелю. Нару, нам на пора. Ты готов? Готов. Военные наверняка уже оккупировали весь лес. Конечно, блин. Много. Как вы с таким оружием стреляете, я не понимаю. Что это две научные отечки? Вообще, мы можем сейчас купить профессора. Но это выйдет под монтаж, потому что это все выйдет. Вот там сражается, я не куплю. Ты оружие-то опусти, мужик! Ну, привет! Вот это как медом помазал. Пить как охота. Эх, квасом сейчас холодного. Да чтобы он нас сшибал. Квасом. Слушай, все вопросы к главному. Где торгуешь? И никого на горизонте. Вот и ладушки. Ну просто реально, это вообще жесть. Привет, торговец, что ли? Если нужно что, спрашивай у главного. Окей. Не, ну вот он, торговец. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Блин. Я не понимаю, где он находится. А, вот ты где-то.
Здравствуйте, молодой человек. Кое-какие мелкие проблемы. Поэтому ты у нас как бы свободный наемник, гуляй. Но как только ты нам понадобишься, это все. Пойду я тогда, здесь у меня еще дела. Тут сейчас патроны будут дезертир. Ну что ж, дорогие друзья, все. На этом мы закончим, продолжим следующую серию. Эта серия, конечно, была жаркая, я, конечно, все вырежу там, потому что это была просто полная жесть. Этот тревел 4 дрожжи вверх.